Здравствуйте, видео подготовлено с сайта onlinegdz.net. Номер 201. Выразить А в сантиметрах и миллиметрах. Давайте вспомним. 1 миллиметр – это 1/10 сантиметра. То есть это 0,1 сантиметра, если записать в виде десятичной дроби. Вот на это мы и будем опираться для того, чтобы выразить в сантиметрах и миллиметрах. Итак, 3,1 сантиметра. Это 3 сантиметра, а 1/10 сантиметра – это 1 миллиметр. Значит, 3 сантиметра и 1 миллиметр. 5,3 сантиметра. Это 5 сантиметров, а 0,3 сантиметра – это 3 миллиметра и 3 миллиметра. Так как 1/10 – это 1 миллиметр, значит, 0,3 – это 3 миллиметра. 54,8 сантиметра. Это 54 сантиметра, 1/10 сантиметра – 1 миллиметр, 0,8 сантиметра – это 8 миллиметров. И 4,6 сантиметра. Аналогично, это 4 сантиметра, 0,6 – это 6 миллиметров. Теперь Б. Выразить в килограммах и граммах. И тоже давайте вспомним. 1 грамм – это 0,001 килограмма. В виде десятичной дроби можно записать. Это 0,001 килограмма. Итак, 2,325 килограмма. Это 2,000 килограмма, это 2 килограмма. А 325 килограммов – это 325 граммов. Так как 1/1000 килограмма – 1 грамм, значит, 325 – это 325 граммов. Двадцать пять килограммов. Ну, теперь точно так же. Это 23 килограмма. 625 грамм. 4,25 килограмма. Это равно. Давайте запишем в виде обыкновенной дроби. Это 4,25 килограмма. Домножим числитель и знаменатель на 10. Получаем 4,250 килограмма. А у нас 1/1000 – это 1 грамм. А у нас не 1, а 250 тысячных. Значит, это будет 250 граммов. То есть будет 4 килограмма, 4 целых, и 250 граммов. 3,5 килограмма. Запишем опять в виде смешанного числа. 3,5 килограмма.
А легко переводить в граммы, когда у нас знаменатели тысячи. Один грамм – это одна тысячная. То есть в знаменателе должно быть тысяча. А чтобы в знаменателе было тысяча, надо домножить числитель знаменатель на 100. Получим 500 тысячных килограмма. И теперь очень легко перевести. Это 3 килограмма 500 грамм. Мы сделали номер 201. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.